Всем привет, это Дима Семенищев и новый выпуск «Сектора джаза». И наш сегодняшний выпуск будет полезен и аранжировщикам, и тем, кто играет на басовых инструментах. Потому что мы будем говорить о построении басовой линии. Строить басовую линию мы будем на основе 12-тактового джазового блюза. И если вы не очень уверены в том, что это такое, вы можете остановить это видео и пройти по ссылочке, которая появится здесь. Остановили. А теперь обсудим, как же строить басовую линию. И здесь я повторю то же самое, что говорил в своих выпусках, которые касались регармонизации. Мы должны думать о том, в какой точке мы находимся и в какую точку мы идем. Обсудим это на примере первых двух тактов блюза. Строить блюз мы будем в до-мажоре, и первый аккорд – это до-септ, второй аккорд – это фа-септ. И, конечно же, первый такт в большинстве случаев басист начнет с ноты до. Дальше он будет каким-то образом двигаться либо внутри аккорда, либо внутри лада. Но самое важное происходит в конце такта, на четвертую долю. Потому что на четвертую долю нужно взять ноту, максимально тяготеющую к основному тону следующего аккорда, то есть к ноте фа. И такими нотами будут, в первую очередь, самые близкие хроматизмы. То есть нота ми и нота соль бемоль. Также мы можем на четвертую долю взять, например, ноту до. Она будет являться как бы доминантовой к аккорду фа. И, например, мы можем взять ноту соль, потому что она тоже достаточно близка. Но самые выигрышные, самые сильные варианты – это будут ноты ми и соль бемоль все-таки. Если мы выстраиваем линию в среднем, в медленном темпе, мы будем делать наши ходы более широкими и арпеджированными. Сейчас будет пример. Как видите, в данном примере, кроме всего прочего, я довольно часто переходил на какие-то триольные рисунки, которые удобно играются на контрабасе, да, которые звучат довольно-таки эффектно, но в них нет никаких сложностей. А если я буду играть линию в быстром темпе, я буду стараться играть ее более гаммообразно, большим количеством хроматизмов, с большим количеством опеваний. Если я даже в быстром темпе захочу добавить какой-то широты, я буду скорее это делать за счет октавных или квинтовых ходов и за счет использования открытых струн. Вот как бы сыграл линию я. Друзья, если у вас будут вопросы, пожелания, конечно же, пишите смело об этом в комментариях. Через пару дней выйдет выпуск о джазовом звукоизвлечении на контрабасе. Я покажу пару своих упражнений. Возможно, это будет интересно не только контрабасистам. С вами был Дима Семенищев. Увидимся. Пока-пока.